Всем приветики, дорогие друзья, с вами Акамарач, и вас рад всех приветствовать в очередном видео по рыбалке The Fishers Online. И в этой серии мы с вами опять будем ловить, все будет у нас четко, ловить будем опять же пока что на этом месте. Вообще эта серия у нас такая, я хочу все-таки докачать разряд, света-то не было, в предыдущей серии рубанули свет, но в предыдущий раз... И долго как бы не было света. Поэтому, как свет дали, так сразу же стартуем. Пока есть время, чтобы записать серии. Так, красноперочку поймали. Отлично. Видите, вот хопа, сразу красноперку поймали. Клюет, рыба клюет, она есть. Вот, вот, я вот за вот эти вот говорил, видите, круги на воде. Вот эта вот рыба ходит, она играет, она... гуляет, всплески, ну всплески там не перепутаешь уже, всплеск, но в Африке всплеск, там видят все всплеск. Сейчас надо наловить 7 килограмм с половиной, чтобы выполнить квест, получить 64 монеты. Да вообще сейчас добежим, когда забьем садок до домика и посмотрим, сколько мы с вами заработали денег. Леска. Так. Люди ловят пескарей. Не, все-таки надо несколько удочек покупать и на несколько забрасывать, ловить, потому что вот это вот сейчас не дело совершенно. Это долгий клев, все долго, не круто, явно не круто. Подтянем. У-у-у-у-у. 4:15. В принципе, уже утро такое раннее. Уже рыбка должна, по идее, начинать брать. Хотя, вот я же говорил в предыдущей серии, за ночевку, рыбалка с ночевкой, вот у меня была в моей такой, как бы, в практике, поехал, очень сильно захотелось. Ночью рыба вообще не клевала. Вот она просто, вот она отказывалась клевать. Не было ни одной поклевки, ночью просидел всю ночь, и рыба вот, ну ни в какую, она просто не клевала. Я такой думаю, блин, ну это вообще трешак. Как так? И потом уже под утро, я уже там чуть-чуть прикимарил, и я ловил на резинку, думаю, о, смотрите, карасик какой, как в реале прям. Я уже когда чуть-чуть прикимарил, слышу уже, у меня колокольчик на резинке. Удочку я собрал, вытащил сразу же с воды, потому что, ну, как бы не клюет, смысл ее там держать. Продержал, вот уж я же говорю, полночи, вытащил, а резинка стояла всю ночь. И я пробовал ловить. И вообще никак. А потом уже под утро, наверное, в часов в 5, в начале 6, вот так вот, колокольчик делин-делин, я хоп такой, ну, голову поднимаю, что кимарил. Думаю, о, поклевка, я хоп к резинке, ну, там такой карасик с ладошку клюнул. Ну и уже потом как-то пошло на удочку, на резинку клевать, уже дело пошло. Поэтому я же говорю, что всегда по-разному. Но обычно ночью крупняк. Вот ходит крупняк. А крупнячок — это всегда хорошо. Это такой азарт, когда крупную рыбу вылавливаешь. Это просто не передать. Те, кто любят реальную рыбалку, ездили и ловили рыбу хотя бы на полкило на удочку, на обычную, на телескопическую, самую дешевую, то, я думаю, эти люди меня поймут. Там эмоции просто немерено. Так, еще красноперочка. Надо было взять те квестики на красноперочку. Но сейчас забьем садок. Сейчас цель забить садок. По барабану какой рыбой, главное вот, чтобы забить садок. А потом будем ловить окушка на червя. Окушок здесь ловится. Будем вылавливать окушка. Он карася, он, смотрите, вообще чувак поймал на 1,5 килограмма. Крупный карась. Я думаю, неплохо там денег ему отвалят. Вот красноперка. Личный рекорд. Каждый раз, когда личный рекорд, сразу же дают x3 опыта. Это прям круто. Вот, мы уже с вами третьего уровня. Быстровато, уже взяли третий.
А третий уровень это крутяк. Это можно будет перемещаться по локации, по карте, как я говорил. О, вот это крупничок. Это, наверное, ну не знаю. Давайте это карп, скорее всего. Да. Гляньте, это карп, ребятки. Тут подсак автоматически, чтобы вы понимали. А, это карась на кило 300. Нифига себе. Нифига себе, ребят. Вот это да. Карасик на кило 300, это класс. Смотрите, вот опять, да, только вот я закинул, сразу же поклевка. И вот карасик грамм, вот, думаю, 300, вот такое сопротивление. А не, пока еще не сильно могу понимать по фрикциону. Но поклевки, глядите, просто одна за одной, одна за одной. Я, конечно, понимаю, что это мелочь, да, ну, то есть рыба маленькая, но для начальной рыбалки, для новичка это вообще просто прекрасно. Вы вспомните РР4, где ты приходишь, и у тебя рыба, хрен пойми, она нормально не клюет, ты вот это бегаешь, там у людей спрашиваешь, где можно поймать, где что. А здесь вы просто пришли на локацию, вы увидели, вот как гуляет рыба, плещется, круги на воде, вы уже понимаете, что тут рыба есть. Уже можно половить. Так, вот, смотрите, нам показывают, что садок забит. Так, на бэкспайс, вот, все. Убираем удочку. Бежим к магазину. Что тут у нас есть? Нет, я, наверное, неправильно сделал, что забежал в магазин. Наверное, вот сюда продать рыбу. Так, продавать будем зеленую рыбу. Я так понимаю, это зачет. Смотрите, 26 серебра. Продать выбранное. Вот давайте будем выбирать. Крупно. Нет, как бы ее отфильтровать, а? Никак, да, наверное. Продать выбранное. А я даже не понимаю, где я выбираю, понимаете, ребятки? Плотва. По одной только можно вот так продавать. Ну все, 4 рубля у нас. Не, 5, 5,5. Это на 4,21, там можем всю продать. С карпом мы можем вот что-то сделать. Или на что это мы поймали, показывают. На червяка, наверное, показывают, что да, поймали. Давайте мы порежем с вами. Ой, не туда зашел. Порежем наживку. Разделочный стол. Так, мы можем с карпа. Мы сделали, наверное, куски рыбы, да, с вами. Давайте посмотрим. Наживки. Да, вот мы сделали куски рыбы, 11 штук. Отлично. Вот, в принципе, надо так и делать. А что мы сможем себе позволить из удочек? Давайте посмотрим. Ох, ёшкин матрёшкин, 30 серебра. Да. Да. Ну, либо вот такую вот, самую-самую лоховскую купить. Фидеры. Фидеры 10 серебра на 8 килограмм, длина 3 метра. О! В принципе, фидеры недорого стоят. И катушечка тоже на них, гляньте. Я бы не сказал, что дорого. Есть мысли, что надо копить на фидер. Так. Перемещаться мы пока не можем. Может, надо исследовать. Блин, у меня дождь, ребята, пошел, представляете? На улице. Так, а что с вот этой рыбой? Я не понял. А, мы, наверное, мы не смогли ничего сделать с ней. Написано, да? Ну, значит, мы тогда ее продаем. Все, у нас есть 8. 8 рублей. Так, не сюда, не сюда. Мне вот здесь понравилось ловить. И у нас есть миссия на окушка. Давайте поставим червяка. Блин, почему так громко, не понимаю. Все ж настраивал. На окушка червячок, вот. Все. Теперь будем ждать. Я окушка шловил, я же говорил вам, что я зашел, тоже закинул, так их поймал несколько окушков вначале. Нам надо 8 окушков, это будет 21 рубль, или сколько там, 20, 20 рублей. А 20 рублей это тоже неплохо. Видели, да, что донка там десятку стоит, фидерная.
Донечка это хорошо, тем более 8 кг, катушка на 4, но эту рыбу мы килограмма на 3, я думаю, вытащить сможем. Значит, имеет место быть и покидать, допустим, на тесто донку куда-нибудь далеко. Ну, не сильно далеко, вот тоже где-то вот здесь в кувшинке. И подождать поклевки. Быть может, что какая-нибудь крупная рыба возьмет и попадется. Так, а чё он? А, это я так быстро потянул. Надо вот сюда закидывать, ближе к этим камышам. Червяка Андрея. И ждать клёва. Смотрите, ребят, на червяка какая рыба клюнула. Гляньте, гляньте, как она борется. Карп, что ли? Крупный карась. Великолепно. Вообще. Где-то вот так надо закидывать. Ближе, ближе, ближе. Так, ближе к камышу надо вот так кидать, я уже понял. Закинул, ребят, в траву. И смотрите, борьба, наверное, кушок. А, не, красноперочка. Четвертый уровень взяли. Закидываю вот сейчас в траву, стараюсь вот, да, между кувшинками и этот, и камышом. И поклевки, на удивление, прям практически сразу. Сейчас покажу. Прям мне нравится. Уже 4 окушка поймал по квесту по своему. Я так понимаю, выполнить... Смотрите, дается сутки на выполнение квеста. Нет, что-то в этот раз поклевка сразу не хочет идти. Я так думаю, когда я выполню окушка, можно будет взять другой квест. Допустим, на ту же красноперку и половить красноперочку. Вот спросил у людей, лучше, чем русская рыбалка, игрушка или нет, ну пока молчат, но он парень написал, что типа нормально, ну посмотрим, посмотрим. Но игра уже, мне уже нравится, уже для меня она уже лучше, чем RR4. Тут уже хоть тапками кидайте, хоть не кидайте, но я вижу, что здесь деньги уже проще зарабатывать. Вы попробуйте заработать 20 рублей в RR-очке. В начале, когда ни хрена ничего не знаете, ничего не понимаете. Видали, видали? Вы видели? У вас в РРке так когда-нибудь клевало, ребят? Вот скажите честно, вот у кого-нибудь вот прям вот так вот клевала рыба? У меня ни разу так не клевало. Даже с супер прикормкой, когда закидывал, приходилось ждать какое-то время. Да вообще просто must have. Поэтому я... Отдаю полностью предпочтение сейчас пока что этой игры. Может быть, это поспешные какие-то выводы, решения, я об этом потом пожалею. Но сейчас, сейчас я вот, правда, вот я всеми руками и ногами за вот за нее. Прям нравится мне. Последняя рыба, квест готов. Вот смотрите, ребята, это окушок. Прям вот так водил, жух-жух. Так, забираем. Квестик мы выполнили, нам упали деньги. Давайте посмотрим задание. Так, вот можно еще 10 окушков поймать. Вот 9, 16 рублей. Вот водоросли наживку дают. Снабжение рыба забирается. То есть это наживки, опыт. Здесь опыта подкидывают нам. Уже 4 уровень. Вот уже опыта надо поболя, конечно, на уровень. Но давайте... Деньги. Нам сейчас нужны деньги, я так понимаю. Потому что без денег мы не купим донки. Да и вообще, я думаю, наверное, задание надо брать в основном на деньги. Это если только быстрее хочешь апнуть левел. И тогда уже надо брать опыт, чтобы там быстрее там до удочки какой-то дойти, до определенной. Ну а так, в основном, наверное, только на бабки. Потому что, я думаю, с деньгами будет какой-то все равно дефицит. Но в начале, ребят, в начале. За квест, за простой 20 рублей. Ну серьезно, ну извините. Я в РРке. Ой, блин, блин. О, пошло, пошло! Нифига себе. В РРке 20-ку заработать тяжело. Все, вот, опять окунь. Наверное, буду сидеть на окуне, прям так нормально подзаработаю денег. Куплю хотя бы 2 фидера себе, хотя бы 2 для старта. Соберу их, чтобы можно было уже нормально ловить рыбу, чтобы были фидеры. Буду фидеры на дальняк кидать. Вот это вот так вот окунь клюет. Видели, как водит быстро? Хотя это еще не быстро.
было и быстрее. И с фидерами уже будет попроще. Хотя если вот так вот будет клевать на фидеры или на поплавочку, я просто не буду успевать подсекать. Но вообще, люди пишут, что игра постоянно обновляется. Тут день через день обновы. Фонарик у меня, смотрю, садится. Лишь бы потом его покупать не пришлось, фонарик. Я забыл его выключить. Думаю, что-то светло сильно. Ну, фонарик свет дает. Так, ну это у нас, наверное, плотвичка. А не, окунь. И последняя рыба, смотрите, сейчас, скорее всего, ежедневку выполним. Красноперка, да, хватает. Выполнилась еще ежедневочка у нас. Мы не можем взять ежедневку, нет. Больше не можем. Все, отлично. Смотрите, насыпало сколько денег. Еще плюс задания. А задания, видите, каждые 12 минут они как бы меняются. То есть можно будет потом опять взять там на густеру, на окуня, еще что-то. И гляньте, опыта сколько, да, вот навалило. То есть пятый левак, в принципе, не за горами можно будет взять. Ой-ой-ой-ой, вот это, наверное, моя ошибка. Сейчас будет зацеп и обрыв снасти. Эх. Но, может быть и нет. Сейчас посмотрим. А вдруг сейчас клюнет карася половитина? Что он люди спрашивают? Жека Серпухов. Нифига себе, парень просто тупо написал имя. Ой, прошу прощения, микро зацепил. Фамилию, имя написал свое в стиме. Оп, 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 дело пошло, пошло. Лишь бы окушок. Во мне сейчас окушки очень сильно нужны. Карасик золотой. Так, ребятки, ну я думаю, на этом надо заканчивать нашу серию с вами. Всем огромное спасибо, кто со мной был, кто посмотрел. Комментируйте, ставьте лайки. Подсказывайте, давайте советы, где лучше половить, какую рыбу, как быстрее заработать деньги. Если знаете, то я вам буду очень сильно благодарен. А пока, всем покеда и до скорых встреч. Пока-пока.